От Калининграда до Сахалина, от северных широт до юга страны. Именно такие фотографии могут увидеть рязанцы, посетив выставку в лесопарке. Она находится под открытым небом и носит название «О моей России». Открытие выставки приурочено к празднованию Дню государственного флага Российской Федерации. Посетители лесопарка увидят Россию глазами рязанского фотографа. Выставка, собственно говоря, может подвигнуть людей, поездить, посмотреть то, что находится рядом, и то, что в обычный день, когда ты выбираешь, куда поехать попутешествовать, почему-то выбор не падает проехаться по соседним регионам, посмотреть, а там отправиться в ту же самую Турцию, или Тунис, или Египет. На выставке представлены работы профессионального репортажного фотографа Дмитрия Ворошилина. Под открытым небом размещены фотографии, на которых посетители парка могут увидеть пейзажи российских городов, традиции народов России и их национальные особенности. Если ты любишь свое дело, если тебе это нравится, если тебе это приносит удовольствие, ты полностью погружаешься. Наверное, тут вот происходит та магия, тот процесс, когда из обычной работы это переходит в нечто большее, и сторонний наблюдатель видит то зерно, которое незаметно окружающим, и тогда говорят, вот цепанул у меня эта фотография, или классно подмечено. Фотограф все больше и больше убеждается, что наша страна удивительно красива не только природой и достопримечательностями, но и людьми, которые эти традиции берегут. Выставку «О моей России» можно будет увидеть под открытым небом в лесопарке. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».